93 исполнилось. Ну. А бабушка моя, я до 4 прожила. Может, я только вот тоже еще этот год остатки. Я тебе до скольки говорю, ты проживешь? 120, да, 120 проживешь. Ты что, никто, наверное, столько... Ты мне не веришь? Столько никто не проживает. Тебе вот сейчас сколько лет еще раз? 120, с ума сойти. Скажи, сколько тебе лет? Мне 93. А выглядишь ты на сколько? Ну, все говорят, выглядишь меньше. На сколько? То есть это лучше ты выглядишь. Ну, 80 с чем-нибудь. Те же раньше говорили, на 50 выглядишь. Ну, не 80, а 50, а... Ну, так вот, 70, 70, 80. Больше... Настолько я не выгляжу. На сколько? На 90 свои? Не выгляжу. Я моложе выгляжу. Ну? Значит, организм у тебя молодой. У тебя седины-то не так уж и много для 90-летней. Меня вообще так дома уж прозвали. Долгожитель идет. Долгожительница. Ну вот, рекорд поставишь. Да. До 120 доживешь, когда... Сосчитай, сколько тебе еще до 120 осталось. С ума сойти. Хоть до 100, хоть до 50, бы 150, не то 120. Так сколько вот тебе? Сколько тебе хочется пожить, вот скажи? Ну, еще годка два хоть пожить будешь. Нет, загадывай больше, чтобы это, как бы с запасом. Ну, запас. Говори, 10 лет хочу. Не слышно, что столько лет люди живут. И слышно, что ли, кто по столько ног живет? В горах по 150 эти долгожители живут. Горцы. Это не у нас, наверное, где-нибудь. На Кавказе. Ну вот там на Кавказе, а у нас здесь один газ, дым. Гулять выходишь? Сегодня выходила. Мусор выбрасывал и постояла. Ну, опять стояла, а надо гулять. На улице нет никого, на... ну, прошлась туда до магазина, от магазина сюда домой, опять к подъезду. У подъезда стоял у двери, дверь открыла, стоял у двери, чтобы ветра не было, не замерзнуть. Стоял и домой пошла. Глицин еще одну возьми под язык. А? Маленькую таблеточку возьми еще одну я под язык. Высосил уже маленькую. Маленькую, да? Да. А надо еще две. Ну, потом. Нет, не потом, надо их это, вот, вот сейчас вот тебе, у тебя уже получше, ты прям языком чешешь, будь здоров. Болтушка. Это ты болтушка, сразу прям это, язык-то. Тетя Тамару поздравлял сегодня? Я ее вчера вечером поздравил, сегодня два раза. Потом поздравил, потом больше после 12 еще поздравил. Три раза я ее поздравлял. Она бы хотела мать позвать. Я надо было раньше был пригласить. Она, я же хоть бы это отпросилась там с кем-нибудь. Кто-нибудь поработал бы за нее, она пришла бы, ей тоже хочется. А так у нее кто? А так у нее кто? Че кто? Кто у Тамары сейчас? Там-то? Да. Своя только дочь с этим женихом, да. Татьяна будет, наверное, с этим, с Вовкой. Больше не говорю, да Галя, подруга, вместе работали. Вот хотелось бы Наташке, надо было пораньше было сказать. Она, может быть, там с кем-нибудь договорилась, как-то в другой раз за кого-то. Там она работает, кто-то, кому-то надо. И она бы тоже так бы сделала бы. Ну ладно, все. Она ничего не сказала. Ты глицин взяла маленькую еще одну? Да я еще не прососала. Так возьми две за раз прям, чтобы быстрее. Спать будешь, как младенец. Я только две буду, третью не буду я. Баб, ну прекрати, ну не сп... Я уж ту сосала третью, хватит. С тобой ничего не случится. Не надо, Кирюша. Ну ладно, только не потеряй ее, ладно? Да.